Семена салата кочанного Надин Агро, Надин Агро, дают урожай уже на 55-60 день после всходов. Этот среднеспелый сорт образует розетку листьев высотой 22 см и диаметром 27 см. Кочан закрытый, округлый, имеет среднюю массу 350 граммов и хороший товарный вид. Листья крупные, округлые формы, зеленовато-желтые, пузырчатые, с волнистыми краями. Консистенция листьев маслянистая, вкусовые качества прекрасные. Зелень содержит большое количество витаминов и минералов. Урожайность составляет 3,5-3,8 кг с 1 метра. Сорт холодостойкий, устойчивый к стрелкованию. Салат Надин Агро – это однолетнее растение высотой 22 см. Салат прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Цветок окрашен в зеленый цвет. Салат Надин Агро имеет среднеспелый срок созревания. Плоды салата созревают в месяце июль-август. Урожайность салат Надин Агро около 3,8 кг на квадратный метр килограмм, и это средняя урожайность. Бывает как больше, так и меньше. Масса плодов приблизительно 350 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у плода округлая, мякоть плотная. Ягоды можно потреблять в свежем виде. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.